Облизывает, да? Мне кажется, тут никто не играл, как-то игрушки сверху лежат. Спирка. Он что, выпал? Спирка. Здоровенький. Здоровый. Да, большой, толстый. Уперлась там в этот. Не закончилась память. Пару попыток не попало, но он его облизывал. Он бухнул нехорошо еще к тому же. Да? Ты думаешь нормально? Ой, снова оп. Хорошо. Хорошо попал. Набрал 100 рублей. Куда же ты вон? На твою усмотрение. Да, угу. Даже не дали. Даже не тюсили. Возьми, выверни ножку. Это, нити. Или ты будешь на бегемоте. Видишь, он даже ее не дает, а ты хочешь на бегемотика. Ага, а ты хочешь на бегемотика все тратить. Вот хорошо попал, так же. Да, вот так хорошо попал. Ну, получается, самый красивый сейчас, видишь, сейчас кончу. Я бы так же, если не что-то. Да? Ну возьми мелкую игрушку, Дэнси, я что-то вот, знаешь, не верю этой клешне. Она облизывает. Видишь, он даже мелкую не берет. А что, зачем он тратит мелкую? Нет, так эти попытки, мы не знаем, может, хотя бы мелкую даст, а то что мы сейчас вот... Ну я не знаю, пробуй, если ты увидишь, он так еще сел нехорошо, вообще плохо очень сел. Слушай, сейчас бы мелкую потащили, сколько осталось? Три попытки? Да. Это да, там уперлась. Вот это мини еще можешь подцепить, она рядом. Собаку трудно там взять, возле лунки очень близко. Да, вот так. О, и нехорошо. Так, пусть сидит уже. Все, последнее? Ну, все, положил, забрал. Ну да. Ай-яй-яй. Все, доставай. Хотел играть. Все, я думала, что мы промажем. Он такой плотный, толстячок.